Коля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка 2, РСВ. На приеме. Установите сухую позицию, устраняйте неисправность, прием. Детку, где-то вытаракни. Да, ТВ. Так на свою старую позицию установитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка 2. Ретро, я гранит, прием. Гранит, я ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка 1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка 1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка 2 на приеме. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш, не бачиш, який горб. Все село, справа от села горб. І зліва почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, там біля нього якась пустка. Оце під цим стовпом зліва, план, бачиш? За цим стовпом зліва бачу якусь, якесь строєння. А ти що зліває, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Погод 2, погод. Так, только заткнулись. Мишка 1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир 2 башни. 2 водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР. Вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Гранит 251. Сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Повтори, гранит, не прийняв тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не, не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь сюда, к забаве. Сел два кардана. К вам? Мишка, я гранит, прием. Гранит добавить? Да. Я, блядь, вообще вот тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? И здание, блядь, с огромной вышкой. А две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, гранит, вижу, подожди. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста. Скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Да. Я гранит, прием. Блять, проедь нахуй вправо, блять. Там стоят два солдата, ждут тебя, блять. Хули ты встал, блять. Проедь вправо, блять. Блять, ты понимаешь, где вправо, где лево, блять. Куда ты прешь, нахуй? 51-й, я гранит, прием. Блять, сядь к нему на броню и проведи его к забаве. Запало, я гранит прием. На прием. Разобрались, показали. Дэмис-то, да? Ребра крабли. На прием. На 4 часа наблюдаю там. Азов, выходи. Азов. Азов, я краб.
На зону приема. Вижу танк на 4 часа. Какая дальность? Метра 2, где наша колонна? Вот это там. Все правильно, краб. Смотри за ним, это наши идут, блядь. Это наши. Их должно быть чуть больше, чем они. Все пока один. Краб, я тебя понял. Принял. Точка 3. Днепру. Точка 2, говорит, ведут огонь, район перекрестка, там где оставить. Полка, ну эти самые, бетер, короче, в районе поворота. Понял координаты. Плюс, ты ПТР выскакивает. Да-да, оттуда левее, то от перекрестка немножко левее. Сечина тур, точка 3 подтверждаю. Так, мужики, объявляю всем, я только что разваливался штабом 93-й. Комбатом вот этим, блядь, который моторовой ручкой это. Так вот только что он ответил мне. На он не отвечать. Это так, чтобы вы понимали, что происходит. Когда пусть этот пидорас, ебать, везет нахуй, ебать, не дай бог, конечно, ебать, такое случится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит, на охоте отвечает, раз такой поебать, приявый, блядь. Все воздух, когда вот тут у нас укол, блядь, и цепить, тут усливается на целое зрелище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Нахер, это, блин, тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Это же даже сейчас стою у нас постуканы, в меня это же даже стреляют, блядь. Вау, блядь. Еще раз, что ты сказал, блядь? Ты кто такой, блядь, Вася? Ну ты же не такой Вася, как ты, понял или нет? Запаса между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. А завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Нам просто что делать сегодня? Я могу больше постоять. Понимаешь? Плюс. Это изменится. Хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Я все прекрасно понимаю, все вижу и слышу. А я тебе ответил то, что сказали не со штаба, только что. Ну так, значит, хай выйдут тут все от подвала, пойдут по позициям. Должна быть нормальная репутация, а не степильная. Альпинист, точка 3.